Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Хочу показать вам вот такую коллекцию. Сейчас мы с вами посмотрим. Значит, отобрала самые нестандартные вещи, которые вот по планшеточкам, по своим домашним прогулялась. И... Ну, давайте с чего-нибудь начнем. Так, хочу предложить вашему вниманию. Шерл, вернее, напомнить. Много очень вопросов. 42 сантиметра, 2 миллиметра длина, диаметр бусин. По 500 рублей чокеры. Далее, чокеры вот такие. 45 сантиметров, 4 на 4, 2 тысячи рублей чокеры. Вот они. Далее есть у меня вот такие 53 сантиметра, это уже бусы, 2 на 2, 4 на 4, 2200 рублей. Вот такая галтовочка из Шерла, стоимость ее 1000 рублей. Вот. Далее вот такая галтовочка. Вся галтовка 53 сантиметра. Вот от большего к меньшему. Стоимость ее 1500 рублей. И вот нашла одну ниточку. Это Александрит Чохральского. Цена его 6000 рублей. И длина 50 сантиметров. Вот, смотрите. Значит, рандельки идут от 0,5 сантиметров и до 0,8 сантиметра. Он на камеру он сиреневый, у меня он серо-зеленого такого оттеночка. Смена цвета, конечно, просто роскошнейшая. Так, где тут фонарик у меня был? Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. Оп, оп. Повторюсь, он у меня серо-зеленого цвета сейчас на руке. Так. И далее. Значит, есть у меня вот такой коралл на лето. Это, наверное, вот молодым все-таки девчоночкам, может быть, дочкам, внучкам. Вот мои дочки носят вот такие вещи. Стоимость его 400 рублей. Вот, 42 сантиметра плюс удлиняющая цепочка. В общем, Angel Skin, кожа ангела называется этот роскошный цвет. Так, напомню, вот у меня остался вот такой браслет. Это фиалковый аметист на ручку 18-19 сантиметров. Вот смотрите, 16,5 на мне он болтается. Стоимость его 2500 рублей. Цены снижены. Так, есть у меня вот такой просто шикарный хризопраз. Значит, 53 сантиметра галтовочка, вот от большего к меньшему, стоимость его 1500 рублей. Вот так, смотрите, вот она. Они все примерно одного качества. Вот такая красота. Так, и сейчас я буду откладывать. Значит, смотрите, есть у меня вот такой чароид. 53 сантиметра. Галтовка на убывание. Вот так это все происходит. 1500 рублей. Так, и напомню, остались у меня вот такие бусы белого нефрита. Значит, 12000, вот ниточка такая, 40, простите, 53 сантиметра
И вот такая ниточка 14 тысяч рублей. Шикарнейший белый нефрит. Так, господи, 56 сантиметров его длина, 56 сантиметров. Вот они вот такими кольешечками собраны от меньшего к большему. И здесь то же самое. Вот так. Значит, 12 тысяч и 14 тысяч. Так, все вопросы, значит, в личку. Пожалуйста, если вдруг кому-то что-то непонятно, позвоните, напишите, всегда отвечу и всегда все расскажу. Так, вот такой адуляр Африка. Так, сейчас я его, наверное, по-другому покажу, потому что вот такие вещи. Вот он вживую гораздо ярче, чем показывает его камера. Вот она тут, собственно говоря, вот смотрите, вот так вот она. Вот такие мерцающие бусы. Значит, это в ограночке и диаметр 6 миллиметров. Вот так. Вот такие мерцающие адулярчики. Так, давайте привожу в порядок камеру и поехали посмотрим с вами. Вот, на мой взгляд, очень интересное украшение выбрала. Итак, натуральный малахит. Вот такой комплект ручной работы. Размер колечка 19. Смотрите, ручная работа. Комплект под старину. Вот так. Вес одной серьги 4,9 грамма. Смотрите, малахит. Матовый. Вот так. Вот такие сережечки. Смотрите, штифт не занижен, но они идут на любой прокол и на любую мочку. Стоимость комплекта 3000 рублей. Комплект идет в чернении. Вот так. 3000 рублей. Это серебро. Смотрите. Вот клейма. Так, на серьгах тоже имеются клейма. Так, следующий комплект. В два раза дороже, чем предыдущий. И это не Зельбер. Значит, это бразильский цитрин шикарнейшего качества, 19 размера кольцо. К кольцу просто фантастические серьги. Продается это все комплектом. Стоимость этого сокровища 7500 рублей. Смотрите, вот так с обратной стороны. 7,3 грамма вес одной серьги. Вот такой великолепный. Просто вот давно такого цитрина не было. Вот такая фантастика. Цитрин Бразилия. Далее. Агат. Смотрите, какого качества. Прозрачный агат Ботсвана. Великолепнейшие серьги. Вес одной серьги. Так, минуточку. 8,5 грамм. Колечко на размер 19,5-20. Колечко я могу уменьшить, если это будет нужно. Камень прозрачный. Вот такая у нас красота. 6000 рублей, повторюсь, цены на некоторые изделия снижены. Значит, эта модель называется бескаменка. Или бескаменка называется ладья.
Вот так. Тоже, на мой взгляд, очень нестандартное, неизбитое украшение, собственно говоря, как все на этой палеточке. Вот. Значит, 3,8 грамма вес одной серьги. Штифт, не за, собственно говоря, занижение 1 миллиметр. И стоимость комплекта 3500 рублей. Эти серьги называются орешки. Смотрите, они объемные. Они вот такие интересные. И с лицевой стороны, и с изнаночной они просто великолепно смотрятся. Смотрите, это изнаночная сторона. Это лицевая. Значит, вес одной серьги 6,1 грамма. Стоимость их 4000 рублей. Занижение штифта здесь тоже 1 миллиметр. Так, давайте вот так их что ли положу. Так, а вот эта красота у нас от компании Fit. Серьги называются «Свежесть». 8,7 грамма вес одной серьги. Серьги-трансформеры. Значит, верхний камешек хризолит, подвеска снимается, это гелиотис, вот такой роскошнейший перламутр, и хризопраз, великолепнейший прозрачный хризопраз высочайшего качества. Вот так. Просто шикарнейшие серьги. Стоимость их 13 950 рублей. Повторюсь, у нас все нестандартные. Смотрите, как закрывается. Вот так. Оп. Вот так. Так закрывается. Можно снять и можно надеть только хризопразинки. Так. С первым рядом разобрались. Далее. Вот это кольцо, никак не могла показать его, когда, в общем, турмалины показывала. У меня на него не было все время времени. Посмотрите, какой роскошный камень. Камень прозрачный, камень с включениями. Вот камера его не показывает от слова совсем. Размер его 20, стоимость 4000 рублей. Далее, вот это нефрит с эффектом кошачьего глаза. Размер 20 я могу уменьшить. Здесь, кстати, тоже могу уменьшить, если будет нужно. Колечко стоит 2000 рублей. Серьги стоят, смотрите, 4000 рублей. Они идут вот на такой петелечке. Вот так. Крупный комплект и шикарные камни. Повторюсь, я отобрала на эту планшеточку, вот, на мой взгляд, самые интересные украшения, ну, которые, наверное, были незаслуженно обойдены вниманием наших покупательниц. Вот такой роскошный чароид. Перламутр, перламутр. Размер его 18 колечко. 2500 рублей. К колечку вот такие серьги. Смотрите, как меняется рисуночек. Вот он. Вот так. Чароид на подложечке. 5000 стоимость сережечек. Так, есть
Вот такой комплект с бериллом. Камни от мастера Романа. Размер колечка 20. Значит, кольцо отдельно стоит 5000 рублей. Серьги отдельно стоят 10 тысяч рублей. Так как украшения сегодня, ну, скажем, нестандартные и не дешевые, смотрите, занижение штифта почти 5 миллиметров. Я, может быть, повторюсь, но имею возможность предоставить рассрочку. Что такое рассрочка? Это когда вы сами выбираете график платежей, как вы сможете, так вы и платите. Естественно, вы же сами, ну, как бы заинтересованы в том, чтобы украшение быстрее попало к вам. Вот. И как только выплачиваете сумму, я отправляю изделие по указанному адресу. Завораживающее кольцо. Целый день можно на него, что называется, залипать. Рассматривать целый день. Смотрите, прозрачный камень. Вот с такими искрами. Камень-бомба. Размер 19. Фантастика. Просто фантастика. Так, и вот такие к нему серьги. Вот такой комплект. Стоимость колечка 8000 рублей. Стоимость сережечек 15 тысяч. Вот такая фантастика. Все камни прозрачные, все камни с игрой, качество люкс. Вот так. Ну и третий ряд. Вот такое фантастическое кольцо с аквамарином. Высоченный камень. Прозрачный. С иризацией. Вот так. Размер, по-моему, 20. 19,5. Ну, это я могу откорректировать, скажем, до 19, наверное, до 18,5. Великолепнейший камень. Стоимость его 4000. К камню есть подвес. Вот к колечку есть вот такой подвес. Смотрите, форма разная, но качество камней и тон абсолютно одинаковый. И высота камней тоже, вот, скажем так, не маленькая, не слабая. 4000 стоимость подвеса. 4000 колечко, 4000 подвес. Хочу показать вот такой комплект с бирюзой. Бирюзы у меня много. 18 размер колечка. Вот перитовые, смотрите, включения. И вот такие роскошные серьги. Значит, что по бирюзе? Очень сложно. Вот я же говорю, мне дешевле вам предоставить рассрочку, чем потом к кольцам отдельно подбирать серьги. Потому что вот смотришь на площадку и понимаешь, что вот камни были выточены вот по тройкам. Есть серьги с подвесом, есть серьги с кольцом, есть подвес-кольцо, двоечка. Но они все разные. И подобрать потом, ну, это практически, по крайней мере, вот что касается монгольской бирюзы, это, ну,
на мой взгляд, это настолько сложно, вот вы даже не представляете, вот вживую на них смотришь, и они все разные. Поэтому вот все-таки, наверное, вот этот комплект, значит, смотрите, серьги 8,2 грамма, это их вес на любой прокол, на любую мочку. 8 000 стоит колечко и 16 000 стоимость сережечек. Это вот комплект. Давайте покажу его вот так. Вот четко. Вот камни соответствуют. Вот комплект. Далее есть у меня вот такой подвес с аквамарином. Стоимость подвеса 5 000 рублей. Великолепная игра и вот такой высокий. Еще подвес. Вот он. Смотрите, подвесы вообще не маленькие. Так вот между нами. Вот так. А конкретно, ой, сбила камеру. Смотрите, 5,5 сантиметра вместе с бейлом. Этот подвес ромб тоже 5,7 сантиметра. Так, по 5 000 рублей. Все-таки, вы знаете, выставила я свой подвес на продажу. Ну, наверное, возраст дает о себе знать. Все-таки, вот, может быть, он принесет счастье более молодым, счастье, радость. Вот я так думаю. Значит, его вес 43,8 грамма. На гривну он садится вот таким образом. Смотрите. Вот так он будет у вас на гривне. Стоимость его 24 000. 43,8 грамма подвес. Так, гривны есть 5 500 рублей. Есть гладкие и есть рифленые. Так, смотрите, вот такой фантастический аквамарин. Вот так. Это все размер 19. Творение рук Зумруд Гаджиамаровны. Очень сложная конструкция у него, смотрите. Вот так. Накладочками. Стоимость его 13 000 рублей. Камень. Бомба. Вот он. Смотрите, иризация какая. Ну и хочу показать вот такую очень нестандартную вещь. Это празеолит. Камера показывает его гораздо светлее, чем он на самом деле. Он светло-зеленого оттенка. Размер 19 в чернении. Вот такой бомбический камень. Вот клейма стоят. Камень от мастера Романа. Это ручная огранка. Стоимость празеолита 28 000 рублей. Повторюсь, рассрочка действует. Ну что, на этом я хочу закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы и всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.